для имитации выщер, блин, я использую серо-коричневый оттенок. Добавил в оранжевый белесого для последнего хайлайта брони, последнего слоя хайлайта. Наносим бронзовый цвет на элементы оружия. Я использую черную и коричневую проливку для усиления теней, где надо. И просто для тонирования элементов. Смешав синий и зеленый, я получаю оттенок для создания патины на бронзе. Мы закончили тело гнома. Переходим к голове. Закрашиваем черным бороду. Пока сохнет борода, ярко-оранжевым подведем грани шлема. Some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Добавим светлого оттеночка и пройдемся по наиболее выступающим частям.
Ну, что вы получили в результате? Используем светло-коричневый для отрисовки наиболее глубоких вмятин и царапин. Подводим глубокие тени тем же коричневым. Вот что мы получаем в результате. Красим голову быка в коричневый. Аэрографом серым цветом украсим бороду. Светло-серым выделяем грани на бороде, волосики сами прорисовываем. Губы тонируем смесью красного и фиолетового разведенной краски, либо проливочкой. Область глаз проливаем синей проливкой. Нос тонируем чуть красным. Бороду после высыхания также проливаем по внутренним граням смесью либо черной и синей, либо темно-темно-синей проливкой для придания глубины и рельефности. Тонируем золото на шлеме. Подойдут оранжевые оттенки, возможно, темно-коричневые, либо красноватые, по вашему вкусу, для создания той или иной марки, условно говоря, золота. Также затемняю грани, которые находятся у нас в тени. Светло-коричневым высветляем голову быка. Коричневым высветляем голову быка. Красим в черные рога. Черной проливкой проходимся по
выпадающим частям головы быка. Светло-телесным, работаем над лицом. Добавив немножко светлого в бордовый, работаем над губами. Светло-серым рисуем белки глаз. Зубы закрашиваем светло-коричневым. Смешиваем светло-коричневый с телесным. Для того, чтобы высветлить наши зубы. Зрачки рисуем черными. Взяв золотой, красим украшение на губе. Аэрографом делаем растяжку на черных рогах. И светло-серым. Немного хайлайтим их. Глаза у быка я решил сделать красными. Голова закончена. Склеиваем модель вместе. Снимаем голову с временной посадки. Зачищаем место склейки. Примеряем идеально. Используем суперклей для приклейки головы к телу. В конце я наношу блики ярко-желтым металликом на золото, чтобы подчеркнуть его блики. Модель закончена.